Сейчас калькулятор можно поменять. Кёсель, под свет надо. Туда. Сейчас. Где тут? Кёсель уже весь выжат. Кёсель уже все. Он дымится! Пар, да. Дымится! Это нормально. Ты что, никогда не светил? Не, зимой. Не сьютил еще. Мне еще только предстоит. Я же вроде был на разборке зимой. Был, но не сьютил. Что? Люшка балуется со светом. Вот это я понимаю ощущение. Смотри, а пересвет получается сильный. Если на полную выкручивать, да? Ты будешь сидеть, то в дом зайдет мужик с топором, что-то будешь делать. А где еще плюшка была? Да прямо. Ну, а... Плюшка еще будет сниматься? Плюшка еще будет сниматься? Да. Там под небольшим оазисом света мы... Блин! Плюшек снимать будем сейчас. Так. Кролик где? Где крольчара? Такие кадры теряются. Что вы творите? Ты ему сейчас локтем суставы свернешь в позвоночнике. Фурпайл пати. Хвостик приподняли, сразу вскочил. Неладное почуял. Куда он свалил, гадина? Плюшка, давай тоже еще сверху, на них. Грязно. Помоешься? Грязно ему. Куда делся чувак с лазерами? Где он? Твейдер-то где? Там! Но обещал вернуться? Что, опять не готово, да? Да вообще, у нас фейл за фейлом. Но зато фурпайл получился неплохой. Люшки! Люшки! Того надо. Тут еще енот был какой-то. Угу. Где-то. О, пес пришел. Пес тоже захотел в фурпайле поучаствовать. Сильно не двигайтесь, он может вас бояться. Я его боюсь. Он боится вас, он не понимает, что это такое. Это происходит мгновенно, внезапно, может произойти в любой момент. Это на протяжении какого времени? На протяжении времени? Положение фурии в течение ближайшего часа довольно сложно задать. Не, я про то, что я хочу тоже за сьютом сгонять. Успею? Сгоняй. Мы, по крайней мере, подождем. Заряда сколько еще? Часов на 5 хватит. Прикольно, успею. Успеешь. О, Тём делает. Не бойся, Каюшка, все хорошо. Кай. Да его это в диковинку, наверное. Да, он не понимает вообще, что это такое. Вроде человек, не собака, а так собака. Ну, ассоциативные центры, наверное, сейчас бурлят. Резких движений лучше не делайте, чтобы он не пугался. Что он мне ногу трогает? Это он. Он что-то двигает. Нет собаки. Что вы творите? Что происходит? Фурпайл в самом разгаре. Запись. Подождите. Сейчас надо сфотать. Погодите, так. Ну, блин.
вы лежите на мокрой траве, это, конечно, вообще классная идея. Вообще охуя, меня трогают мужчины. Я не понимаю, что происходит. Расслабься и получай удовольствие. Последний раз, когда мне так говорили. Вы его удовольствие. Не продолжай. Да, последний раз и вообще последующие. Кто там пердит сзади меня? А где еще плюшки были? Да все. Две плюшки, кошак с этим пропали, короче, с концами. Не найти их нигде. Все, встаем. Не, если замерзли, вставайте, потому что сейчас отстудите себе почки. Потом будет вам не очень хорошо. Будем с подсветки. Давайте на пирс. На пирс все. На пирс? Да. Все, на пирс. На пирс. Здесь земля неровная, потому что лазерами побаловаться не получится нормально. А что земля мешает? По земле, потому что она неровная. Эффекта не будет. Нормально ровно падает. Он падает, рассеиваясь. А лазер он бьет прицельно. Ну и что? А то, что он будет преломляться об эти обкочки. Видишь? Не очень. Видишь, не очень, как получается. Ну и что? Ну пойдет. Давай и здесь сделаем, и там сделаем, да? Кольчара. Подними его немножко. Смысла не будет его поднимать. Да, подними и направь вниз. Он не рассеивает, он светит напрямую. Покажи им, иначе не поверят. Подними его и подними и направь вниз. Видите? Он не рассеивает, он светит прицельно. Поэтому надо его на ровной поверхности. Вот это звездные войны. Там еще круче будет, когда поверхность будет ровная. Да. Главное в глаза не попасть. Ну это само собой разумеющееся. Да там с пирсинга очень классно будет фото. Я давайте на пирс. На тусь. Все, давайте все, идем на тусь. На тусь! Здесь еще свет все-таки мешает. А там отрегулировать можно. Так, в чем помогать?